Эй, старик, проснись скорей! Волки, что ли, у дверей? Ты чего шумишь, старуха? Так смотри, что я нашла! Наша курочка-пеструха под кустом яйцо снесла. Ну, снесла. Какое дело? Что ты, баба, обалдела? Так яйцо-то не простое. А смотри-ка, золотое. Золотое? В самом деле, мы с тобой разбогатели. Ой, горит, горит как жар. Не случился бы пожар. Ой, блестит, слепит глаза. Чудеса. Чудеса. Ты в сундук запри его. Нету дома никого. Ишь, соседей, как назло, ненароком принесло. Ты пойди, запри засов. Да спустить бы надо псов. Никого спускать не надо. Дарим песню вам в награду. Ой, совечёна с полуночи, ой, совечёна с полуночи, головка болела, головка болела. Ой, да головушка моя болела, ой, да головушка моя болела, гулять захотела, гулять захотела. Я пойду ли малоленько, я пойду ли малоленько в зеленую рощу, в зеленую рощу. Я сделаю малоденько, я сделаю малоденько. Звончатые гусли, звончатые гусли. Поиграйте, мои гусли, поиграйте, мои гусли. Гусли звончатые, гусли звончатые. Позабавьте моего гостя, позабавьте моего гостя, гостя дорогого, гостя дорогого. В среду в город я поеду. Там базар бывает в среду. Богачей много там. Им яичко и продам. Как насыплют денег груду, накидают мне рублей. На салоп себе добуду я сибирских соболей. Накуплю себе обновок разных, юбок 40 штук. Шаль цветочки голубую. До краёв набью сундук. Что ты мелешь небылицы? Ишь, сыскалась молодица, наряжаться в разный хлам. Нет уж, коли мы богаты, я построю вместо хаты трехэтажные палаты и беседки по углам. Наказание с глупым мужем. Что ты, старый, не блажи? Мы живем других не хуже. Ни к чему нам этажи. А за эти за беседки засмеют тебя соседки. Ой, пусть смеются, мне не жалко. Ох, не жалко. Вон упала на пол скалка. Чугунки гремят в печи. Ох, не мил мне белый свет. Я хозяин или нет? Яичко покатилось, покатилось и разбилось. Все куда-то подевалось, и скорлупки не осталось. Ну и что мы загужили? От чудес одна беда. Будем жить, как раньше жили, и работать.
всегда. И шубейку справить можно, и построить можно дом. Только то, видать, надежно, что дается нам трудом. Открывай скорее дверь, что нам прятаться теперь? Эй, соседи, заходите, забывать друзей не след. Заходите, на часок. У меня хорош квасок и соленье, и варенье, и другие угощения. Спасибо. Ну-ка, дед, нам заиграй. Моя, 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 моя